В Кустанае установлено 23 фонтана, причем два из них на площади Первоцилинников не работают. У сооружений вышли из строя насосы, на ремонт которых требуется 7 миллионов тенге. Поэтому этим летом фонтаны не включали. Всего же в текущем ремонте нуждается 6 городских фонтанов. Два фонтана на пересечении улиц Пушкина и Байтурсынова, также два фонтана на парке Целинников, каскадный фонтан на парке 25 лет независимости и в центральном сквере. В настоящее время отделом ЖКХ проведены расчеты, согласно которым на ремонт требуется порядка 17 миллионов тенге. Бюджетные комиссии поданы. Сейчас по решению комиссии, по окончанию решения комиссии, если деньги будут выделены, то, конечно, работы будут выполнены. В отделе ЖКХ пояснили, что все действующие фонтаны включают ежедневно, если при этом нет дождя и ветра. Хамза Нурписов, Балсло Ликенова, РТН.